Привет, друзья! Вы на канале Цветочный сад у Аленушки. Друзья, тема сегодняшнего видео пойдет о черенках роз. Друзья, мы укореняли черенки роз летом. У меня они укоренились, находились под баклажками. Видео у меня есть, ссылочка будет под видео, под этим, как я укореняла черенки роз. Но что надо с ними сделать в данный момент? У нас начало ноября. Оставить ли в открытом грунте или выкопать? Об этом мы сегодня поговорим. Друзья, посадку производила где-то в июне, по-моему, если я не ошибаюсь. Можно производить, черенковать июнь-июль. Черенки живые. Сейчас у нас начало ноября. Посмотрите, какие зелененькие и хорошие побеги. Веточки зеленые. Вот это новые уже наросли, так как я оставляла по одному листику и обрезала. Это новые листики наросли. Побег зеленый. Обратите внимание. То есть наша роза твердые такие, хорошо укоренилась. Но как сохранить, чтобы у нас не вымерзло? Друзья, черенкую не первый год, и поэтому сделала такой вывод. Многие цветоводы, мнение бытует, что надо розу выкапывать и заносить в дом. Можно сделать и так. Если вы переживаете, что у вас роза в открытом грунте, если более северный регион, вымерзнет, не сохранится, надо выкопать ее с комом из земли. И в горшочке литра по полтора перенести или в дом, или в прохладное помещение. И таким образом сохранить до следующего года. Но этого я делать не буду. Почему? Я не склоняюсь к такому методу. Так как было такое, что я начеренковала. Очень роза подвержена нападению паутинного клеща, боролась долго с ним. И также может развиться у розы черная ножка. И поэтому я выкапывать не буду и сажать в отдельную емкость, пересаживать, заводить домой. Я просто буду очень хорошо накрывать полностью свой черенок, а весной раскрывать. Можете сделать это грунтом земли, можете это сделать опилками, можете спандексом накрыть. То есть сделаем хорошее укрытие в открытом грунте. Тем самым будет больше процент сохраниться. Но можно попробовать, если вы укоренили много черенков, можно попробовать половину выкопать землей с комом земли, посадить в горшочек и занести домой до следующего года. Или же хорошо накрыть в открытом грунте. Друзья, вот такой, я вот такую почву набрала. Здесь у меня сыпец, почва и опилки. На где-то вот на такой черенок я буду делать хорошую насыпь, и тем самым вот так сразу на два черенка я где-то высыплю ведро, и тем самым потом аккуратно уже весной я раскрою. Тем самым у меня будет укрытие. Сверху можно укрыть либо бархатцами, либо каким-либо другим материалом, который у вас есть, допустим, вы с огорода убирали. Можно сделать также хризантемами, если вы срезали хризантемы, можно вот так сделать как бы небольшое укрытие. Можно сделать это укрывным материалом. Поэтому, как вам удобнее укрывать розу, пожалуйста, можете укрывать. Я думаю, в открытом грунте она сохранится. Для меня, я так считаю, лучше. Так как дома тоже у нас это не один месяц она будет находиться в доме, тоже может быть, надо очень внимательно осматривать, чтобы она не подвергалась нападению паутинного клеща, тли, чтобы не завелась черная ножка, так как именно черенки роз подвержены заболеванию этому черной ножкой первый год. Мы повреждаем корень, заносим, пересаживаем. И у меня такое было. Поэтому мне лучше розы укореняются в открытом грунте. И вот я на зиму делаю вот такое небольшое открытие для молодых черенков роз, которые я укореняла летом в этом году. Ну что получится на следующий год уже, как они у нас сохранятся, я вам покажу об этом уже в следующем, не в следующем видео, а уже в видео следующего года, друзья. Ну вот и все, что я хотела вам рассказать. Ссылочку еще раз повторяюсь, как я укореняла черенки роз, я скину под этим видео в комментариях.
укореняйте, хорошо укореняются, хорошо сохраняются, если правильно ухаживать за нашими розочками. Ну вот и все, друзья. Если вам мои видео интересны и полезны, подписывайтесь на мой канал. Чтобы не пропустить дальнейшие мои видео, кликайте под видео на колокольчик. Вам всего хорошего, прекрасного настроения. До новых встреч на моем канале. С вами была Аленушка. Пока-пока, друзья.